Ульянов Алексей, игрок сборной СПбГУ. А почему сегодня игра сложилась так, как сложилась? Ну, вышли с большим настроем, хотели очень сильно победить. Перегорели, видимо, с желанием, и из-за этого получился просто сумбур. Не играли свою игру, только во втором тайме что-то начало уже появляться, какая-то игра. Как так могу только объяснить? А как ты думаешь, в чем именно на поле ошибка была? Кто сегодня, может быть, недоработал или что? Почему так? Ну, нет таких игроков, которые отдельно недоработали. Если у нас есть команда, то команда недоработала где-то. А так, по самоотдаче никому нет претензий вообще абсолютно. Все старались, особенно второй тайм. Не повезло. Бывает, сам виноват. Завтра последняя игра перед зимней паузой. Как ты вообще оцениваешь соперников? Это команда новая. И какие ожидания от игры? Ну да, команда новая, незнакомая нам. Но здесь все соперники одинаковые, сильные. Как бы больше нечего сказать про них. Они будут также играть, бежать, стараться. Наша задача будет завтра только победить. Спасибо. И еще я хочу извиниться перед нашими мамами. Сегодня День матери. Я поздравляю их. К сожалению, мы сегодня победили, но мы правда старались для вас, играли за вас, за самих себя, за каждого друг друга. Как сейчас праздник у вас. Извините, что мы проиграли. Спасибо.